Доброго дня, друзья! Окраина Москвы. Церковь 1627 года, как написано на табличке при входе. Я не поленился, конечно же, замерил алтарь сразу же. Северо-восток. 60 градусов, все по классике. Так вот, это бывшее село Покровское, как написано на табличке при входе. То есть данной церкви, как они пишут, 300 лет. Это не знаю, это, наверное, новенькое что-то. Скорее всего, похоже. Так вот, данной церкви 300 лет, представляете, да? Вот, вот это уже пристрой, видимо, свеженький был. Вот это было основное здание, так подозреваю. Вход в окно. Вырублен. Так, пока все. Что могу сказать? Ага, вот он, вход в подземочку у них тут есть. Странно так заделанный. Ой, так у меня еще в перчатках и работает. Так, вот это здание тоже похоже на старинное. Сейчас мы его... Видно, да, что? Половинка на серединку сидит. Ну и вход в окно. Типа того. Так. Здесь тоже похоже на старинное здание. И похоже, что там есть еще один этажик, точно. Школа. Так вот, нам говорят, что Москва, она в районе Садового кольца только была, да? А все остальное было не Москва. Ну вот получается это... Ну, от центра города километров там тире 15-20, давайте возьмем. МКАД. МКАД тут уже недалеко. Вот. А может быть это все и был единый город? Но тогда вопрос у меня, а где остальные строения, вот типа таких, да? То есть если это все было в одном стиле, должна же остаться архитектура. Куда ее дели и зачем? Вопрос оставляем открытым пока что. Так, сейчас попробую внутрь проникнуть. Сейчас я вам покажу здесь красоту. Подземок, конечно, то есть окон мы не видим, потому что все завуалировано. Но они точно были. Так, вот, еще один вход в окно. А, ну вот, в алтаре, видимо, было окно когда-то. Видно, да? Свет им нужен был. Потом его убрали. Так, иду внутрь, пауза. Так, вот это новшество. Раз быстренько кнопочку нажал и все, пожертвовал. Удобненько. Свет не включили, конечно, мне. Ну вот, картиночки я вам покажу. Кое-какие. Это Михаил, по всей видимости. С крыльями. За качество извините. Но свет не отказывается включать здесь почему-то. Вот, включили нам свет. Вот это Михаил, как говорят. Как говорят, опять же. А вот тут это Гавриил получается. Что-то у них такие лица. Как-то они очень молодые. Безбородые еще. Вот, ну ладно. Я для фанатов, а для вас снимаю. Как называется? Не помню тоже уже. Так. Там больше здесь шире два просвета. Ага. Вы видео делаете? Но... Нет,
А я разве что-то нарушил сейчас или что? Послушание цифры, угу. Которые угу. Слушаться не надо, а слушаться. Хорошо. Я приму к сведению, благодарю. Я же свободный человек, я могу делать все, что хочу, в принципе-то. Не нарушая закон. Я же не кричу здесь на вас. А это общественное место. Угу. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. В общем, стяжечки здесь, все как положено. Вот батюшка, мы с ним познакомились. Напоминалочка нам всем. Все, всем добра.